Мы все хотим, чтобы наша страна была свободной. Мы все хотим, чтобы в нашей стране уважались права человека. Мы хотим, чтобы в нашей стране власть была подконтрольна народу. Мы хотим, чтобы власть слышала свой народ. Мы хотим ее избирать, назначать, сделать подотчетной народу. Мы хотим, чтобы в нашей стране человеку было комфортно жить. Мы хотим, чтобы наше общество было цивилизованное, чтобы оно не было диким, чтобы вся власть была настроена под нужды народа, чтобы наш народ мог решать свои вопросы, свои проблемы. Именно тогда, когда мы изменим свое сознание, именно тогда, когда мы вместе объединимся, именно тогда, когда мы развернемся друг к другу, именно тогда, когда мы начнем чувствовать боль наших близких, боль других людей, именно тогда общество начнет меняться, развиваться, и мы построим тот самый мост, цивилизацию в наше будущее, куда мы все стремимся. 2 апреля мы призываем всех граждан выйти на акцию по поддержке аутистов. 2 апреля мы призываем поддержать матерей, которых сотни тысяч. Мы призываем 2 апреля поддержать наших граждан с ограниченными возможностями, которых в нашей стране более 2 миллионов человек. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.